А у Запорізькому окружному адміністративному суді та Центрвиборчкомі триває розгляд справи про голосування на 60-му виборчому окрузі, що у місті Волноваха, це Донецька область. Там начебто переміг Олександр Риженков, причому із відривом у близько 20%. Але за даними його штабу, ОВК передала документи із збільшеною явкою, внаслідок чого результат був штучно змінений на користь Дмитра Любинця. Як повідомляють представники Риженкова, ЦВК сумнівні документи не прийняла. По одномандатному округу за Риженкова у нас проголосувало, от можна здесь даже посмотреть, 432 чоловіка. За Лубенца проголосовало 109 человек. И мы были очень удивлены, когда по телевидению объявили, что у нас за Лубенца проголосовало 1029. У нас даже столько людей не было на голосовательном участке, чтобы такая сумма была озвучена. А изменить, конечно, очень просто 432 на 132, четверочку чуть-чуть подмазал, и все, и получается 132 человека. Наша комиссия требует и просит, чтобы был перерасчет всех голосов. Мы написали письмо, соберем все подписи жителей и нашей комиссии, чтобы пересмотрели все и, как говорится, чтобы было все честно, правильно и справедливо.